Доброго времени суток вам, дорогие друзья! Вновь с вами Татьяна Гореева на своей кухне. Сегодня, дорогие мои, я встала утром рано и приготовила вот такую замечательную, смотрите, запеканочку для своего внука. Придет внук ко мне, и не только для внука, но и для себя любимый, и для детей. Посмотрите, друзья, какая вкусная, нежная, замечательная запеканка. Эту запеканку мы можем дополнить сметанкой. Можем дополнить сметанкой. Или же, друзья мои, посыпать сахарной пудрой. Давайте посмотрим на разрез, как она смотрится, как она, какая она пышная, замечательная. Посмотрите, друзья, так и просится в рот. И если вы приготовите такую замечательную запеканку, то вы будете фаворитами у своих любимых, у своих родных и близких. Вкусно! Итак, друзья, приступаем. А для этой запеканки нам понадобится 3 морковки. Посмотрите, я их уже заранее отварила. Берем с вами вот такой блендер. Нарезаю морковку в этот блендер. И сейчас мы с вами эту морковь быстро забьем. То есть мы ее перемелим, друзья. Но вы знаете, эту запеканку делают также и на тертой сырой морковке. Но я ее вот так отварила. Посмотрите. Вот она у меня, я ее нарезала. Положила в миксер. И сейчас, друзья, я их быстренько взобью на него. Итак, дорогие мои, посмотрите, вот как быстро мы с вами все. Готово. И наша морковка готова, друзья. Ну, а сейчас, итак, мы отключаем. И сейчас в эту морковку, мы с вами перекладываем в наше блюдо. То есть я ее заранее, ребятки, отварила. Так. Все быстро делается, друзья. Вчера вечером я ее отварила заранее. Вот получается вот такая смесь. Смотрите. Замечательная смесь, уже готовая для запекания. Обязательно кладу в эту смесь вот 3 ложки манки, высыпаю. Под видео я сделаю ссылочку. Столовая ложка сахара, песка, 1 яйцо. Сейчас, друзья, подождите, разобьем 1 яйцо для связки. Так. Уже взбивать ничего не нужно, просто перемешиваем мы с вами вот эту смесь. Перемешиваем. Так. Смотрите, перемешиваем с вами эту смесь. Вот, перемешали. У меня есть специальная маленькая формочка. Вот такая, посмотрите, друзья, для выпечки кексиков. Я эту формочку накрываю. Духовка у меня уже на 180 градусов. Я кладу сюда бумагу для выпечки. Посмотрите, закрываю формочку. Вот бумага для выпечки, формочка, как говорится, у меня готово. Вот. И в эту форму мы будем выкладывать уже готовую нашу смесь. Морковную смесь. Итак, друзья, посмотрите. Все мы выкладываем красиво. Ложкой вот так можно примять. Вот. Смазывать. Я формочку не смазываю. Если у кого-то какие-то другие формы, ну, силиконовые тоже не надо смазывать. У кого-то, если другие формы, то можно смазать растительным или сливочным маслом.
Посмотрите, вот так я набиваю хорошо нашу смесь готовую морковную. Так. Так. Берем ложку сметаны. Вот получилось, посмотрите, забили мы. Берем ложечку сметаны сверху. Вот так хорошо размазываем поверху. И ставим в нашу разогретую духовку на 180 градусов. Итак, дорогие мои, давайте посмотрим. Поставили мы с вами в разогретую духовку на 180 градусов. Так, и, дорогие друзья, через минут 25-30 будет у вас вот такая вкусная получится, ароматная. И поверьте мне на слово, будет потом всеми вами любимая морковная запеканка, друзья. Приятного аппетита! До новых встреч!